Ребята, у нас проводится ежедневное зарыбление форели по 50 килограмм. Неважно, сколько человек, да, там 5, 3, 2, все равно вы попадете на зарыбление 50 килограмм. Можно подойти, проконтролировать весы. Это все всегда в вашем распоряжении, да. То есть к садку есть свободный доступ. Подошли, посмотрели, 50 килограмм загрузили. Подошли к майне, вам высыпали ее. Майна не огорожена специально для того, чтобы люди видели, сколько мы зарыбляем рыбы. Да, мы не занимаемся всякой фигней. Вот, и честно всегда зарыбляем. Ежедневно 50 килограмм, свыше 19 человек, плюс еще 50 килограмм. Итого 100 килограмм можно получить в будни зарыбления. Все зависит всегда от вас. Приезжайте в Добрый Клев Юсупова, мы всегда вас рады видеть. Ребята, такая форель. Вот, можете убедиться сами, да, что мелкая. Вот одна есть. Больше я как бы не увидел из-за всей вот этой вот кучи. Вот она еще форель. То есть форель вся навеска от 0,8 до 1,5 килограмм. Да, есть единицы, которые там по 500 там, грамм. Вот, они пролетают, но их, не знаю, на весь садок может быть, ну, что 20 наберется. Это прям вот я вам с запасом, с огромным сказал. Вот. Ну, вот такая полторушка. Вот полторушка. То есть вся такая от 0,8 до 1,5.